Всем привет, ребята, с вами Лего, и сегодня я хотел бы вам показать закрытую бету от разработчиков This War of Mine. Вы, наверное, видели эту игрушку у меня на канале. Я делал прохождение, выживал как мог. Там, в принципе, был вид сбоку, мы постоянно искали различные продовольствия, люди могли сходить с ума, в общем-то, делать вылазки на другие поселения, находить мародеров, бездомных людей каких-то. Ну, я думаю, вы все знаете, что это за игра This War of Mine. Так вот, от этих же разработчиков выйдет игра Frostpunk. Если вам понравится данная игрушка, мы можем в нее поиграть и можем за ней следить. Пока, я так понимаю, русского в игре нету, но я думаю, что мы сможем сможем за ней следить и в нее поигрывать. Я так понимаю, что 10 числа бетка, возможно, может закончиться, и потихоньку разработчики будут дальше пилить контент в свою игру. Ну что, в общем-то, в 1886 году случился снеговой шторм, и, в общем-то, понятное дело, что люди потерпели крушение. Миллионы людей просто умерли, попали в хаос и так далее. И, в общем-то, той горстке людей, которая смогла выжить на Норсе, нужно выживать, нужно строить свою новую цивилизацию. И чтобы им выжить, ребята, понятное дело, им нужно искать ресурсы. И чтобы им не замерзнуть, потому что этот снеговой шторм, как вы понимаете, он все уже запланил, везде снег, везде мороз. И чтобы не замерзнуть, вам нужно построить, починить генератор. Время пошло, это постапокалипсис такой, только не против зомби, против кого-то, а против погоды. Ну что, давайте попробуем построиться, посмотреть, сделать первый взгляд, обзор. Приятного просмотра. Ну что, добро пожаловать в игру. Мы сейчас будем сражаться с холодом. Нам нужно починить генератор, запустить его, дать мощность, чтобы мы не замерзли и не померли. Поехали. Для того, чтобы нам, как я понимаю, починить генератор, в левом нижнем углу написано, нужно его активировать. Чтобы его активировать, нужно найти коал. Где же у нас коал? Так, это что у нас за ресурс? Это коал, нифига себе, я прям четко попал в него. На месторождение мы отправляем 5 рабочих и 3 инженера. Давайте 8 даже отправим. Чтобы они уже потихоньку начали добывать. 500 коалов, 13 часов идет добыча. Воркфейс, различные люди. Агнес Литц, Роберт, Бертман, Хьюг. Они все идут на работу, как говорится. Да, они все во благо человечества идут спасать этот мир в поисках угля, как говорится. Уголь нужен для того, чтобы, понятное дело, растопить наш генератор. Остальные люди здесь тусят. То есть здесь есть мужчины, женщины, дети, понятное дело. И вот кучка добровольцев, которых я отметил, пошли по снегу, как говорится, за углем. У нас в поселении 80 человек. Из них, я думаю, что мы некоторых отправим на дерево. Пускай дерево собирают. Я не думаю, что на дерево... Ну, давайте отправим двоих инженеров на дерево. И здесь у нас слитки, да? Это что за слитки? То есть кораблекрушение какое-то произошло. И остался металл, наверное. Отправим сюда одного инженера. Здесь у нас build mine. Здесь мы можем построить шахту. Я, на самом деле, не играл в эту игру. Смотрите, еще куал. Давайте еще туда отправим. Нам нужно побольше всего этого дела. Итого у нас осталось 38, ребят, рабочих в правом нижнем углу. Из них у нас осталось около, по-моему, 11 инженеров, да? Так, первые раскопки успешные. Люди стараются, собирают уголь в мешки и в обратку идут. Смотрите, заметьте, как тяжело идти людям до своей первой точки. И в обратку они уже стараются идти по своим следам. И так потихоньку, я думаю, мы натоптаем дорогу. Как вы понимаете, видите, если вы выходите от генератора, уже сразу земля, асфальт или что там. А уже чем дальше, тем дальше идет снег. Вообще, если посмотреть сверху, то, как вы понимаете, мы уже живем под сталактитами такими непонятными, морозными. И вот, ну, как-то, может быть, наш генератор будет все это дело разогревать. И мы будем, ребят, как-то
потихонечку выживать. Так, это Woodcrates, Frozen Trees, замороженные деревья. Steel это металл. Давайте на металл тоже отправим. Работяг. Куда еще отправим? Здесь что у нас? Coal Pipe. Давай сюда остаток отправим и два инженера. Все. Я, по идее, отправил, как я понимаю, всех. 15 человек у нас осталось. 15 человек это дети. Idle Children. У нас 15 детей. Смотрите, реально тупо остались дети в городе. Я всех отправил, родителей, отцов, жен, всех отправил на работу. Дети остались возле генератора, они угорают, тусят, прикалываются, прыгают, еще что-то. Так, Child Labout. Sir, this is so much and not hands to do, maybe the should consider putting children work. Нифига себе, мы, говорит, можем сделать так... Потому что на вашей базе уже некому работать. Есть, у нас есть дерево. Дерево как бы на то, что мы можем идти. Мы можем идти на файт-арену, чтобы делать, получается, скорее всего, бойцов. Мы можем делать на emergency shift. Sometimes we have a constraint that it is the band cost everything else to die. Ну, то есть, you can force work in any physical work the next... следующий работник, типа, может переквалифицироваться через 24 часа. Либо мы можем сделать так, чтобы дети работали. Давайте сделаем так, чтобы детишки начали работать. Children can work in the safe. Отлично. В сейф-зоне ребятишки могут работать. Так, шатдаун. Первый левел поехал. Запускаем наш генчик. Активируем его. Дети, я думаю, тоже смогут работать. Ничего страшного. Генератор запустился. Работа чуть-чуть пошла. Отлично. Хоуп. Надежда у нас сейчас какая-то появилась. Надежда на то, что мы выживем. Построим тенты. Ну что, хоть каким-то образом у нас уже пошло дело. Пошла топилка. У нас, по-моему, некому строить. Давайте я сейчас заберу отсюда парочку, да? И отсюда парочку заберем. Откуда еще заберем? Отсюда вот так вот. И... Так, вот здесь вот так вот сделаем. Все, вроде нормально. Ну что, делаем дальше. Нам нужно Hunter's Hood построить для того, чтобы была добыча. Где у нас Hunter's Hood? Вот, Medical Post. Hunter's Hood это та вещь, где мы сможем разводить животных. Поехали. Постройка здесь уже пошла потихоньку. Все идет. Что у нас по генчику? Генчик у нас обеспечивает на левел 1 сюда. Generation Streak левел вроде все хорошо. Ранкинг ситинг до второго левела плюс 2 температуры надо. Плюс и 200% угля нам надо. Зафигали, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пускай на первом левеле все работает. Хорошо. Как же все здесь начинает гореть. Hunter's Home мы сейчас построим. Сейчас построим также палаты. Воркеры у нас есть, рабочие есть. Все хорошо. Может быть сейчас дальше разогреем, и уже легче нам будет ходить. И Build Cookhouse нам еще. Нам нужно еще построить Cookhouse, чтобы готовить всю эту еду. Здесь у нас что уже? Поселение построилось. У некоторых людей появился свой дом. Это тенты, 10 из 10. Stockpiles это у нас здесь склад. И есть вот тенты, у людей есть уже жизнь какая-то. Base Hitting Level, я вот так и не понимаю, можно ли тенты как-то улучшать, увеличивать. То есть, чтобы люди, ну, улучшали свои дома и жили не на улице возле генератора. Блин, прикольная тема. Workers, так, мы сейчас сделаем троих воркеров. Даже пяти, наверное, воркеров. Вот, нет, троих сделаем воркеров, для того, чтобы они добывали и охотились... За едой. Как они будут охотиться, я пока не представляю даже. У нас, походу, дело темнеет, ребят. Минус 20 градусов. У нас есть добыча куала 227, леса 7, стил, rough food и food рацион. Давайте сделаем food рацион. Так, survivors. With basic resource security, you can't reduce to that the left behind. Build a bacon. Давай сделаем бейкон, что могу сказать. Так, нам нужен worker, нам будет инженер и ребенок давайте. Давайте даже два ребенка. Во, вот так вот пускай у нас будет. Все, я думаю, что дети смогут здесь помогать. Два работника, один инженер за всем этим будет следить. Тенты есть, все есть. Так, был ты воркшоп, был ты бекон.
Rescue Survivor 20 штук. Воркшоп, воркшоп, воркшоп. Смотрим, где мы можем создать воркшоп. Воркшоп, нам не хватает дерева. Отправлять надо за деревом, ребятишек. Дерево, 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 дерево. Steel Wood. Отправить сюда нам, пожалуйста. И Children'ов давай побольше. Отправляем, отправляем. Я думаю, здесь не так далеко, в принципе. Быстренько можно сказать. Смотрите, у нас все темнеет. И я думаю, что страшно кого-то отправлять будет, да, сейчас? Так. Все спят, что ли, да? Да, у нас все легли спать. Ну что, ускорим время? Время 2 часа ночи, все спят у генератора. Уголь кончается, понятное дело, постепенно. 5 утра, встаем на работу, ребята, работяги. Давай, давай, побежали все по своим делам быстро. Кто уголь, кто чего, быстро за работу. Быстро за работу. Здесь все у нас продолжается. Я чуть-чуть народу отправил за деревом. Детей еще отправлю. Я так понимаю, у нас некие проблемы есть с куалом. Куалом, куалом. Слишком далеко туда отправлять детей. Вот сюда, в принципе, вуд. С вудом, с деревом мы разберемся. Здесь у нас еще вот сюда детей тоже можно отправить. Вот так вот. Вуд. Здесь прям вообще близко. Смотрите, реально за углем очень тяжело идти. Так, идем сюда. Что мы можем дальше выучить? У нас здесь дети уже сигнет. Children labors all jobs. Они могут выполнять любую работу. Прикиньте, дети могут выполнять любую работу. Любую работу дети могут выполнять. Офигеть. Я качаю disconnect. Legs to the shelter, unfaltered descent. Короче, дети могут выполнять любую работу. Может быть, я, конечно, и неправильно иду. Ну, а куда поделать? Что поделать? Ставка на детей идет в нашем развитии, в нашем сурвайвале. И нам нужно построить воркхаус. Почему мы не можем построить воркхаус? Нам нужно 15 дерева. У нас нету 15 дерева. Быстро все за работу. Опа-на! Хорошо. Пошло дело. Расцветает. Время 9 утра. Ребятки начали работу. Отправим всех. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ребята работают, все хорошо. Воркхаус. Воркхаус. Давайте сделаем здесь воркхаус. Никто его не может делать, потому что у нас нету рабочих. Сделаем так. Сделаем так. И скуала, я вот не знаю, скуала у нас хватает. Сделаем так. Но куал нам надо добывать. У нас проблемы могут быть с куалом. У нас вроде по все хорошо по этой штуке. 70 хомлис, 6 сик. 6 человек заболело, нам срочно нужно медпункт строить. Вот что могу сказать. Так, медикал пункт. Нельзя, чтобы люди болели. Срочно за работу. 6 человек болеет, нужно построить срочно медпункт. Вот люди работают, просто работают, все пути уже прям сделали четкие, уже быстро ходят, потому что снега уже полностью все прорыты, по ходьбу здесь две ложбинки, здесь тоже под одну все сделали, красавчики растоптали, и у нас начинает темнеть, тем временем начинает темнеть. Ворк день закончился, инженеров нам нужно где-то нарулить. Один инженер. ADD to research. Так, наш воркшоп будет продолжать свое существование. Нам нужно бейкон делать. Бейкон, все, поехали. Но сюда нужно побольше инженеришек, да? Возьмем отсюда инженеришку, добавим сюда, чтобы быстрее у нас все это происходило, правильно? Сюда. Инженеры должны работать как инженеры. Так, что у нас здесь? У нас здесь пока все нормально с куалом. С едой у нас проблемы какие-то. Cook house will produce 10 food rations for the 5 rounds. No enough draft food. Нету, говорит... Ага, нам нужно воркеров сюда прямо вот вообще загнать. У нас проблемы начинаются. Так. No roof over our heads. Да, надо построить тенты. Хорошо, я понял.
Надо построить тенты, но у нас идут некие проблемы. Потому что здесь нам нужно на левел 2 уйти. Not Research and Workshop. В воркшопе нам нужно левел 2 генератор срочно выучить. Просто срочно. А здесь у нас идет учение. А где генератор левел 2? Посмотреть надо. Так. Здесь 50 дерева надо до первого левела. Говорит, Steam Hub, Faster Gathering, Cold Humber, Samwell. Ага, шахты можно будет сделать. Это все хорошо. Total Progress. А у нас день-то закончился рабочий. Так, фуд у нас, что у нас по фуду-то? Not in our draft to food. Нам надо сюда рабочих прям всех, что ли, загонять? У нас проблемы. Сейчас скуала тогда... Так, здесь скуала нету. Вот, отсюда... Я вот так вот сделаю, а здесь вот полностью загоню 10 из 10, пускай работают. Так, build a bacon. Bacon это у нас что такое? Research depot, gathering post, а бейкон мы еще пока не выучили. Минус 20, у нас 6 болеет чуваков. Здесь у нас инженеры должны работать. Мы вот сюда одного закинем инженера. Все, хорошо, почему? Он будет пускай лечением заниматься. Инженеров отсюда вот так хоп. И вот так хоп, отлично, поехали. Спать ложимся. Тенты надо еще построить, как вы видите. Все, у нас пошло дело, 5 из 5, а некоторые уже сильно заболели. Так, workforce. Что у нас? У нас нам надо здесь еще вот сюда отправить. 5 in treatment, это все им типа вообще беда, да, стало? Another day, идем работать срочно. Что у нас тут-то? Красная, красная, желтая. Температура комфортабл. Левейбл. Здесь, то есть, не везде хорошо. Нам нужен второй левел срочно. До второго левела нам нужен Not Research and Workshop. В воркшопе нам надо отресерчить. А здесь, подождите, почему вот этот бейкон не учится или учится? Total Progress. Почему он не идет сюда? Непонятно. Бейкон срочно надо учить. Тайм 7 часов, но он не начал работу вообще нисколько. Я не вижу, чтобы шли какие-то проценты. Так. Нет, здесь дети пускай работают. Где у нас инженеров забрать надо? Инженеров давай-ка вот сюда. Запустим, чтобы работали. И сюда. Здесь еда уже идет. Смотрите, не идет круг почему-то. Здесь идет вроде, да? Ну-ка. Еду нам обязательно надо. Так, это что такое? О, пошло дело, наконец-то. Наконец-то дело пошло. Бейкон у нас пошел. А, инженеры попозже типа встают, нифига себе. Все, бейкон пошел. Все, нормальное исследование пошло. Здесь кого сможет, год вылечит. Здесь еда тоже сейчас будет, да? Хорошо. Нифига себе, тут просто все пожирает, по ходу дела. Нереальным образом. Так, cookhouse will produce 10 food rations from 5 raw foods. Офигеть. Так. Provide shelter as least health of people. Нифига себе, мне нужно строить больше шелтеров, тентов. Так. Base heating level. Bunkhouse. Ну-ка давай еще построим bunkhouse. Чтобы люди жили. Бейкон. И спасти 20 выживших надо. У нас 70 человек осталось. 7 и 5 болеют. Им уже очень плоховато становится. Давай-ка за деревом, ребята, шустрее. Вот, too sick. Люди болеют. Надо как-то сделать так, чтобы они, пациенты есть, ну. А почему они feed sick, hungry sick? Ага, понял. Давай улучшаем. Минус 20 уже градусов. У меня угля уже просто дофига. Топится на изи. Надо типа дать детям отдохнуть. О, давай. Что за бейкон? Быстрее, срочно бейкон. Отлично. Бейкон. Нам нужно срочно построить этот бейкон. Апгрейдим до левела. Строим бейкон. Где этот бейкон? Вот он, этот бейкон.
Это шар воздушный, да, насколько я понял? Так, здесь, по-моему, один рабочий спокойно справляется. Здесь что у нас? Куал, вуд, стил. У нас с едой плохо, да? У нас по куалу можно поменьше делать. Слишком много. Слишком много рабочих на куал я отправил. Слишком много. Вот так вот, я думаю, будет достаточно. У нас с деревом проблемы есть. На дерево отправляем. Так, это вуд крейтс. Отправляем сюда. Все, сейчас более-менее. Здесь постройка пошла, здесь второй левел пошел. Так. С воркшоп сейчас сделаем получше все это дело. Бункхаус. Это бункхаус, это тент. Я думаю, бункхаус лучше им делать. 6 человек в доме. С едой у нас проблемы, я так понимаю. С едой проблемы. Здесь прямо работают вообще по 10 человек. Rescue survival. Так, надо еще построить тогда бункхаус. День уже все, день ушел. Бекон Operation. О, это что такое? Так, Our City, другие города. Lost Expedition, пропавшая экспедиция. Нифига себе, можно будет потом ходить как-то. Нифига здесь замутили эту игру четкую. Хорошо. Go to City. Скаутов можно сделать. Needed to create 40. Ага, скаута, чтобы сделать, нужно 40. Я понял, 40 дров и 5 рабочих. Хоу, прикольно. Вот это классно вообще. Так, здесь что у нас? 35%? Почему у нас, ребята, здесь не это? Не можем мы спасти, ребят. Кукхаус, Хантер, ресурс, ресурс депот. Гейтеринг пост. Дальше что? Тех, воркшоп, все есть. Ну, у нас, короче, проблемы с едой. Хотя я на еду отправил кучу народу. С едой вообще лютые проблемы. Еще надо строить, что ли, эту штуку с едой. Сейчас наши в итоге помрут. У нас дисконтент уже практически больше, чем надежда. И ночью она все становится все больше и больше. У нас один уже при смерти, 50 человек, 34 жрать хочет. Ё-моё. Что нам нужно на Hunter Hot? Кукхаус, Hunter Hunt. 20 дерева надо. Дерево срочно собирайте. Блин, дерево надо собирать. Так. Окей, пускай дома посидит. Типа он, говорит, заболел ребенок. Можно, говорит, я не пойду на работу. Пускай не идет на работу. Но у нас проблемы лютые. First Gravely, так. Учим. Все, у нас есть. Я сейчас выучил, получается, медицину. Я не знаю, поможет ли она нам, интересно, или нет. Так, люди там вообще уже потеют. Говорят, все плохо у нас, все плохо. Так, что у нас тут буки? Вот. Ну-ка. Great Altrated Medical Post, Stignet Will Suit Increase Boat. Treating Gravely and Medical Post and Cripple from the For Life. Ну, я вроде сделал, может быть, ты сможешь делать операции и все такое. Здесь 5 рабочих, блин, 5 рабочих, и все равно не справляемся. И все равно, мать его, не справляемся. Еды нету, 34 челика хотят жрать. Надо еще Hunter's Hunt создать тогда, раз такие проблемы. Фух, тяжелая игра на самом деле. Вообще в хлам, я бы сказал, тяжелая игра. Так, Hunter's Hall. Здесь нам нужно еще людей. Мы их возьмем с куала. Вот так возьмем. Потом. Здесь уже и так двое. Здесь трое. Уже неоткуда брать. Так, с металлической штуки надо забрать. Уже рили неоткуда брать. Здесь еще дрова. Наши пацаки начали отмораживать уже руки. Вижу. Здесь в еде собраны ребята. Здесь в еде собраны ребята. Давай, давай, давай. Делай еду срочно. Срочно делай еду.
С едой проблемы лютые. Что нам нужно учить? Вот, стримхаб, давай. Может быть, нам прокатит? Стимхаб, это что это? Подожди, а может быть... Так, стой, что еще? Фастер... Вот, быстрый сбор надо делать. Фастер гаттеринг, давай. Быстрый сбор надо срочно замутить. Я вот так и не понял, где нужно... Так. Надо выучить это в воркшопе, чтобы я мог построить второй левел. Где она, интересно? Сам Вилл? А туда почему я не могу попасть? Так. Странно, но почему-то вправо не могу попасть. И нигде не крутится, стрелок нигде нету. Так, хит-зон. Вот, хит-зон апгрейд, оказывается. Вот она. Потом вот эту надо штуку учить. Ладно, поехали. У нас сейчас с аптеками проблемы. 34 чела, что, ничего не делают, получается? Идем работать тогда. На куал... Нет, на куал не надо. Вот так вот на куал. Где у нас здесь дрова где-то? Вот, тут дрова. На дрова давай, погнали. Прям усиленно так на дрова. Здесь рабочие есть на еде, здесь рабочие есть на еде. С едой вроде как более-менее нормально, а с тентами... С тентами все плоховато, да? Все, у нас пошла жопа, мы здесь будем сейчас замерзать. Левел 2 надо срочно делать. 4-3 больных. 50 нуждаются в этом, что ли, как его? В еде. Дерево, короче, надо. Дерево. Просто дофига дерева надо забирать. Срочно побольше дерева. Чилдренов давай отправляем сюда. Чилдренов сюда. Чилдренов сюда. Чилдрены работяги, блин. Что бы я без вас делал? Как вот Rescue Survivors, 20 сурвиворов надо как-то спасти. Минус 40 уже. Это херово. Надо генератор улучшать срочно, иначе нам хана. Так, we have to do something about it. Captain, crowd have gathered, captain, get it with the hunger. Let's try to sort it out. Так, у нас проблемы с едой опять, да? Да, у нас проблемы с едой. Ну, хоуп у нас сейчас побольше. Давай побыстрее ускорим. Хоуп fails, discount grows. Да я вижу уже. Вот это жопа. Research building. Подождите, а у меня здесь народу-то хватает, инженеров? Да, здесь 5 из 5. Что-то не получается у нас с этой, как ее. Еда-то все разошлась вроде. Надо еще строить медицину. Medical post, дров нету. Встаем на работу и погнали. Так, еда у нас все нормально. Еда потихонечку вроде как хорошо становится. Быстро работать. Быстро работать. Так, faster gathering research. Все, у нас быстрая добыча пошла. Это хорошо. Cold Humber. Это у нас... Это так, сам Вилл. Вот я так понял. Зону 1 апгрейд надо делать. Все, поехали. It's a great idea. Working kids. Working kids will eat double ration. Да, давай им double рацион давай. Типа давай им побольше еды, и тогда они будут хорошо работать. Я говорю, окей. Так, это типа ничья резиденция. Почему? Здесь 10 из 10. Здесь все пошло. С едой вроде пойдет. Что у нас с хпшками-то? Так, варико... А, и я понял. Это место... Я понял, нам нужно срочно улучшить. Им холодно, они болеют из-за того, что им просто тупо холодно. Быстрее давай вот эту штуку. Подожди, вот эти куалы уже нам так сильно не надо. У нас и так уже хорошо здесь собрано. Вот так, по минималочке давай, по минималочке. Ё-моё, у нас здесь беда с деревом, вот что могу сказать. С деревом лютая беда. Прям вообще лютая. Бедотень. С деревом. У нас тут дерево уезжает уже, дерева нету, ребята, что делать? Дерево, нам нужно расширяться срочно. Это что, люди откуда-то к нам идут?
нам откуда-то новое поселение валит. Каким образом, непонятно, нам уже собирать нечего. Ёперный балет. К нам пришли новые люди, да? Откуда-то... Откуда-то вообще непонятно пришли. Генератор надо увеличить срочно. Да-да-да, я построю сомтенс, ребята, вам построю. Только не успеваю я ничего строить. Успею я нет тенс построить? Поход дела нет. Еды опять нету. У нас чуваки начинают замерзать. Их нужно в трупаки уводить, чтобы не было никакой холерии. Ну все, я просрал, я неправильно начал развиваться. Все, пошло дело. Пошло дело не так. Кэрхаус надо дальше уже учить, а его у нас нету. Ох, как все плохо идет. Суп надо варить было, суп. Ничего нету, везде проблемы одни. Давай, давай, давай. Может быть, выберемся из всего этого дерьма. Еды опять не хватает. Накормить нужно 25 людей. Нужно специальное место построить. Вот, Snow Pit. Куда укладывать трупаки, да? Так, ну мы тогда здесь собирать не сможем. Куда укладывать-то, ё-моё? Вот это прикол. Давай вот сюда тогда. Так, я не знаю, это слишком далеко, наверное. Или нормально ли? Поехали за работу срочно. Чё ты там сегодня... Ты там сегодня что-нибудь сделаешь, нет? Инженеры, быстро встаем. Минус 30, вроде нормально сейчас стало. Хорошо. Так, левел 2 я еще не могу сделать. Хит зоны, да? I lost the turn up the generator. Вот, давай. Срочно просто, давай, за работу. Я уже не знаю, где тенты строить. Нужно срочно расшириться. Прям срочно расшириться нужно. Так. Захерачьте, говорит, ему ногу. У него уже нога отмерзла. Hit zone upgrade research. На левел 2 давай. Пошло дело, наконец-таки. Ну-ка. Левейбл, комфорт, комфорт. У нас уже потому что реально дохера. Так, овердрайв. Давай овердрайв замутим. Все хорошо у нас сейчас будет работать. У всех будет все нормально. Я вообще офигеваю. Все, ребята, живем. Живем. У нас уже два на костылях ходят. Остальные жрать хотят, как сумасшедшие. Так. Так, скаут, мы скаута можем. Генеральный рейндж, во, давай, рейндж. Все отлично, сейчас пойдет. Рейндж давай сделаем побольше. Хорошо, пошло. Всем тепло становится, да? Овердрайв пока, может быть, выключим. Там он что-то 56%. Вот это нагревоуни я там сделал. Лютая. Кончается все жесть. Так, овердрайв сейчас сделаем. Все, овердрайв пока выключим нафиг. Че у нас здесь? Рейндж пошел. У нас там люди, по-моему, умирать начали. Но ничего, сейчас до второго левела дойдем. И все будет нормально. Так, нам некуда идти теперь, да? Дособираем уголь тогда. Че могу сказать еще? А дерева-то нету? Вот дерево еще есть у нас. Дерево здесь собираем. 8 человек осталось. Не прохлаждаемся. Угля собираем. Овердрайв у нас есть. О! Расширение мутим. Так.
Шелтеры нам надо, да? Ну-ка давай, тенты, бункер-хаусы. Давай-ка замутим. Мы теперь на левел 2 можем жить. Так, бункер-хаус давай еще сделаем. Не проблема. Постройка пошла. Хоп, фолс. Ё-моё, у нас еще проблемы. Да что же вы будете делать-то? Я не успеваю. Я не успеваю, твою мать. 140 дерева, по дереву нормально. Что еще надо? Hell the Six, вылечить больных. Как их вылечить, если они не хотят лечиться? Может быть, есть что для медицины? Coal Tumber. Так, это coal, coal mining, some will. Апгрейд один я сделал. Дальше почему-то апгрейдиться не могу. Бейкон. Скауты. Coal mining. Ну-ка давай, шахты тогда. Сейчас замутим по шахтам. Что такое? Нормально. Может быть, еще надо сделать этих, как его? Почему он хил засек вылечить больных? Инженеры, почему они ничего не делают? Не лечат? Почему здесь люди не живут? Я так и не понял. Но это Ejected Street. Нет никого, говорит, на улицах. Ну как нет никого на улицах? Что ты мне рассказываешь-то? Еда вроде у нас есть. Тенты. Тенты вроде есть. Шо вам еще не надо? 31 бездомных чувака. Тент вот вам еще давай зафигарим. Все, у всех тепло, все. Че не нравится-то еще? Еда вроде производится. Во, вроде уходит потихоньку, да? Вроде потихоньку уходит. Во, здесь запланило, во! Почему в этих домах никого нету? Надо, говорит, побольше еды как-то сделать. И вылечить всех. Вылечишь тут всех, пока непонятно как. Так, кухаус, ресурс депот, people working here getting resource. А, они могут, типа, носить рядом ресурсы, я понял. Так, как сюда нам? 5 воркеров надо сюда. 5 воркеров надо сюда, да? Ну-ка, давай-ка мы отправим сейчас сюда 5 воркеров. Каким-нибудь образом. И посмотрим, может быть... Так, Crash Site, Lost Expedition, вперед. Вперед, мать его. Единственное, мне нужно научиться, как его. Как лечить-то людей? Не понимаю, как лечить людей. Надежда пропадает, дисконтент. Дисконтент тоже. Так, promote will be bring hope back in 48 часов. Rise hope to 15. Надо надежду на 15 сделать, иначе все уйдут нафиг. Open a new place of treatment. Ну вот, у нас есть. Почему никто не работает здесь? Ой, лечить не хотят. А как ее апгрейживать? Ее можно делать, выключать и включать. Так, температурный градусник, все хорошо. Подожди, а что у нас с этим-то? У нас с куалом проблемы начинаются, лютые. Прям вообще лютые проблемы-то. С углем. А дерево где собирают? А деревом сейчас нету проблем пока. Отправляемся. Что могу сказать? Отправляемся на уголь. Все, хана. Походу дела, приехали. Поход дела, ребят, приехали. Все, это GG. Странно, что вот в этих домах никто не живет. Я так и не понял, почему. В итоге домов-то не хватает. Много чего не хватает, почему, не знаю. Почему проблема в том, что не лечатся люди-то? Rescue 20 survival-ов. Ну а в чем им проблема? Вот так, у него что? Rest place livable. Very low risk to getting sick. Очень большая надежда заболеть. Кто хочет жрать? Ну еда же есть чуть-чуть, есть. Тенты, ну давай я вам тентов наделаю тогда. Вот, тенты есть. Вперед, за работу.
Coal Mine могу теперь делать, отлично. Так, что еще могу сделать? Так. До второго левела пока вообще не пахнет. По улучшению. Что там у нас? Идут пацаны? Сейчас в экспедиции узнаем, что происходит. Минус 30. У нас заканчиваются запасы генератора на самом деле. Waiting. Что они там? А что они ждут? Так, the rest of the people made come here. Escort survivors to our city. Да, идем сюда нафиг просто. Ну что, поехали? Так. Типа, дальше отправляемся, да? Подожди, а чё ничего нету-то? Почему я не могу попасть в город? Our city, our home, only shelter from deadly cold. Our hopes life and the world die. Ага, мы, может быть, сейчас дальше перекочуем? Или никуда мы не перекочуем? Так, поехали. У нас уголь кончается, все нам всем хана. Все нам всем хана, нам хана. Уголь кончился, все кончилось, чертям собачьим. Нам бы переехать как-нибудь, может быть. Хорошая, говорит, ночь. Теперь, говорит, дома есть у людей. С тентами, короче, были проблемы. Генератор из даун, конечно же, могу сказать. Потому что нам нечего и негде собирать, как я понял, да? Здесь у нас осталось вот это. Шахта, у нас есть шахта? Я успел выучить шахту? Coal Mine. Coal Mine нам нужно срочно построить. Ну мы все, мы, я чувствую, в до свидания уходим, да? В до свидания. Так. О, я, говорит, нашел. Так, Lost Expedition. Storm Shelter. Broken Tower. Broken Tower, погнал. Хорошо. Quest completed. Стараемся. Find what's happened in other cities. Найти, что случилось с другими домами. Ё-моё, я что-то заигрался. Это вообще лютая игра. Еще научиться бы играть в неё. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нам бы... А все, мы мерзнем, да, нахрен? Встаем на работу быстро! Угля нету! Угля нету! Быстро за работу! Так, сделали шахту каким-то образом, вообще непонятным. Отлично! Шахту сделаем, выживаем как можем, мать его. Дальше что, на 5 часов хватит, да? Чё нам надо? 20 опять без дома сидят. Я бы с удовольствием бы вам всем помог. Вот это вот почему не работает, я не понимаю. Как ее сломать? Так. На вторую давай заход делаем. С куалом вроде пошли. Проблем нету. Not ejected street. Чего? А, во, они пошли на работу. На работу быстро, на шахту. День, говорит, закончился. Good idea. Так. Еда. Есть half an hour the food prepared for another day. 0.60. Надо, говорит, чтобы еды было 0.60. Это нереально. Take a care of spreading sickness. Так. Heal, open a new place treatment. Это medical post надо еще создать? Да, надо еще один medical post создать, прикиньте. Ё-моё. Как ее создать? Всем хана, минус ресурсы. Нет угля, та-та-та. Инженеры, давай, быстро за работу. Waiting, что там нашел? Давай-ка, найдем там немного ресурсов. Все, нашли ресурсов, минус 40. Нормально, помираемся к чертям собачьим.
Здесь у нас что учим? Давай-ка Нет, мы уже ничего не можем учить. Нету ресурсов, ни хрена ничего нету. Good morning, быстрее за работу! За работу! За работу! 17 человек прохлаждается. Здесь вот есть еще места. Здесь тоже вперед. Как вот морозные эти? А вот, еще у нас есть дрова-то. Вперед по дрова! Еще, может быть, справимся. Что, говорит, мы должны делать? Что делать? Помирать. Ну что, с вами был Лего. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Фростпанк. Первый заход. Я так, в принципе, понял, как играть надо. Надо больше тентов просто делать. Хавки, и все будет хорошо. Всем пока-пока.